А Мирочка по барабану, он в игрушки играет, да, Мир? Ну что, перед взлетом осталось только конфетку похрыться, да и перекреститься. Мирич, ты парашют взял? Пакет. Пакет? Блевальный? Придется лететь и блевать. На, изучай, короче, карту. Как ползти к выходу, какую дверь открывать и куда вы прыгаете. Понял? Давай, забри. Наконец-то настал тот период, когда я буду жрать целую неделю. Массу нагонять. Из машины до работы 5 кило потерял за 3 месяца. Даже. Пошли быстрее, сваливаем отсюда. Давай, 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 бегом. Ну что, друзья мои, вот мы дышим воздухом Кипра. Прошли таможенный контроль, аэропорт. Честно говоря, скромненький, ничем не отличается от каких-нибудь малых городов. Беспонтовый, короче. Точнее, без понтов. Хороший аэропорт. Погнали дальше. Не знаю, как это получилось. Мы вроде бы с самолета выходили почти самое последнее, никуда вообще не спешили. К автобусу подошли, а мы тут одни. Одни. Не знали, то ли Кипр мало кто летает из белорусов, то ли нам повезло. Мы сели на передние места, самое виповое, самое мажорное. Будем наблюдать за движухой. Ну что, поехали. Сейчас мы вас познакомим с красотой Кипра. Впечатление. Отлично. Прибыли. Ну как, Мирич? Что-то не то? Пошли посмотрим на ресепшн. Мирич, включись. Пойдем-ка посмотрим, чем нас тут покормят. Нам сказали еще полчаса потусоваться. Мир, давай присаживайся, куда попало. Все, можно хавать. Вот она, столовка наша. Короче, решили полноценно похавать. Понеслась. Ох, обожрался. Буду отъедаться. Я тоже. И ты тоже. А пусть я лопну. Домой приеду, я распухший. В общей сложности троечка. Троечка, хорошая троечка, да, Мирич? Отель хороший, мы еще, конечно, не прочухали, что да как. Сейчас ждем, пока что нас заселят, сказали немножко подождать. Вот. Но самое главное, как говорится, это компания. Здесь находятся наши друзья. С прошлого года мы в Болгарии были, познакомились, очень хорошее семейство. Вот. Муж с женой и двое детей, а также их тут приятели приехали тоже с детьми, с бабушками и с дедушками. Потому что самое главное, это компания. Все остальное уже мы наладим.
а что будем культурно отдыхать. Вот мы на месте, на Кипре. Мирич, покажи, где мы живем. Смотрите, маленький, скромненький, хороший номерочек. Погнали на трассу. Покажем вид с нашего балкончика. Вот здесь вот проходят всякие движухи. Давай камеру, молодец. Здесь вот у нас бассейн. Там у нас метров 150-200 море. Потрясающая панорама. Внизу у нас находятся игровые виды. Так что погнали дальше купаться и балдеть. Мы живем на третьем этаже с панорамой на это прекрасное место. Бар, бассейн, пляжная зона, игровая зона. Мирыч валит тут с пришельцами-иностранцами. Ай-яй-яй. Обидели. Давай, Мирыч, давай за родину. Молодец, красава. Выигрываем. Если не по очкам, тогда по морде будем. Давай. Что, погнали дальше пройдем. Здесь она пляжная зона. Барчик. Никого днем нету. И вообще тут почти никто не сидит. Спокойно, культурно. Люди загорают. Кто-то уже на море, кто-то в бассейне. Дети здесь тусуются. Вода очень теплая. Очень теплая в бассейне. Ну что, первое мое впечатление в реальности — троечка. Но троечка очень хорошая и достойная. Мне очень нравится. Отличный воздух морской. Природа. Класс. Просто супер класс. Отдыхаем от души. Сейчас идем на море к нашим корешам, друзьям, россиянам. Я тебе покажу, кто тут number one. Я пришел в игру, будто Тамерлан. Know what I mean? Know what I mean? Trapping like an axe.